Конфеты, печенье и кофе с ароматом героина. Такую посылку житель Москвы собирался вручить своим друзьям, отбывающим срок в одной из колоний Ярославля. Курьера полицейские задержали уже в поезде. Наркопочтальон тут же во всем сознался и сдал всех своих сообщников. Вот она, рыба моей мечты. Кассирный барон Карпов. Вот это кусок кофе, блин. Прям с плантацией. Или на пальчик, что там? Результат такого гадания на кофейной гуще оказался предсказуемым. У задержанного оперативники изъяли 300 граммов героина. Теперь молодой человек точно доберется до тюрьмы, но за решеткой пробудет дольше, чем рассчитывал. Бодрящий напиток не помешал бы и другому наркокурьеру, пойманному московскими полицейскими. Мужчина не удержался и продегустировал свой товар. Он недостаточно четко ориентировался на местности. На вопросы отвечал сбивчиво. Не мог четко пояснить, кем он является, свою фамилию, имя, отчество, место проживания. 22-летний житель Петербурга в столицу вез 8 килограммов гашиша. Как только задержанный придет в себя, полицейские ждут, что он расскажет им о происхождении этих брикетов.